Всем привет! И с вами шоу Эфир ЛПС. И сегодня у нас в гостях кошечка-жемчужинка. Она пришла с собачкой. Я кошечка-жемчужинка. И сегодня я пришла заказать одно блюдо. Шоколадный торт и ромашковый чай. Хорошо, уважаемая жемчужинка. Твой заказ будет готов через 15 минут. Хорошо, я пока тут посижу, подожду. Хорошо. Ну что ж, приступим к готовке. Берем очень-очень-очень засохший корж. От усталости, а то каждый день и съемки. Извините меня. Ну а теперь идем все подавать к гостю. Ваш великолепный заказ готов. Шоколадный торт. Великолепный. Просто ужасно вкусный. А сейчас я подам вам ваш великолепнейший чай. Не терпится его попробовать. Никогда не видел таких ромашек. Но ничего, попью какой есть. Ой, я на секундочку оторвусь. Ой, спасибо, было очень вкусно. Мы пойдем с Пушком домой. Я рада, что вам понравилось. А мне надо здесь убираться. К тому же и стул возьму.
Если вам понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал Ел Королева. Всем пока!